Конкурс «Зажги свою звезду» – впечатляющая демонстрация не только юных дарований, но и многожанровости детского творчества – от песенного и танцевального до циркового и театрального. В составе жюри – художественные руководители коллективов городского центра досуга и специалисты Комитета по культуре, спорту и молодежной политике администрации Десногорска. Участников конкурса более 100. Для детей этот конкурс – первые шаги на сцене, первые стремления выразить через искусство свое отношение к миру и получить первый шквал аплодисментов. Конкурс очень замечательный, очень волнительно, потому что мой ребенок участвовал впервые в данном конкурсе. Очень рада, что в нашем городе люди поддерживают данное мероприятие. Огромное спасибо всем. Здесь принимает участие мой ребенок, рассказывает стихотворение. Мне очень нравится, что в нашем городе проводятся такие конкурсы, в которых могут дети проявить свое творчество. В каждой номинации участники награждены дипломами первой, второй и третьей степени, денежными сертификатами и сладкими призами.